В Башкортостане запустили программу «Сельский тренер». Уже определены первые 15 человек, которые получат единовременные выплаты по 600 тысяч рублей. Об этом в социальных сетях сообщил глава республики Ради Хабиров. Специалисты развивают спорт в селах Архангельского, Белебеевского, Белорецкого, Бирского, Болтачевского и Уфимского районов. Это тренеры по спортивной борьбе, боксу, кюрешу, хоккею, биатлону, легкой и тяжелой атлетике, стрельбе из лука и другим видам спорта. Единовременные выплаты выдаются в виде сертификата. Потратить его можно на покупку или строительство дома. При этом преподаватель должен отработать в селе не менее 5 лет. Башкортостан – первый регион, где запустили такую программу. По словам руководителя республики, проект рассчитан на 3 года. Финансовую поддержку получат 250 сельских тренеров. Таким образом, в Башкортостане намерены восполнить дефицит специалистов в существующих и только строящихся спортивных комплексах.